Добрый ивнинг, уважаемые друзья, коллеги, партнеры. Нас сегодня снова очень много, поэтому я очень рад вас всех видеть. Вот. Сегодня у нас вебинар, который, ну, наверное, можно назвать практическим, потому что он будет посвящен личному кабинету партнера компании Skyway Capital. Вот. И мы, наверное, с вами сделаем акцент сегодня на пакетах покупки акций в рассрочку там и так далее, да, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Чтобы вы задавали меньше вопросов. Если меня слышно, видно, кстати, поставьте, пожалуйста, плюсики в нашем чате. Вот. Ну и, в принципе, я вижу, что Андрей из Иркутска нам указал город, в котором он сейчас находится. Если вы напишите, из каких регионов сегодня на нашем вебинаре присутствуете, будет тоже очень здорово. Смотрю, что плюсика ни одного не появилось, поэтому я предполагаю, может, меня не слышно. Ага, Андрей, спасибо вам большое. Итак, коллеги, а есть ли, кстати, среди тех, кто присутствует на вебинаре, те, кто не знает все по личному кабинету, то есть путается, страшно нажимать кнопки, вот, что-то вызывает трепет животный, какие-то названия, может быть, или что-то еще. Может, есть какие-то вопросы, на которые нужно обратить внимание именно сейчас? Давайте мы, может, таким образом пойдем. Латвия, а, Литва, да? Литву приветствуем. Тарту. Это Эстония. Вот, очень здорово. Иркутск, Эстония, Литва. То есть где-то разброс по времени, там порядка 5-6 часов. Да, если не ошибаюсь, в европейских странах перевели часы назад. Вот, поэтому мы по времени сейчас отличаться стали на 1 час. Итак, коллеги, может быть, есть какие-то вопросы, пожелания? Давайте, может, так начнем наш сегодняшний вебинар. Нижний Новгород, очень здорово. Приветствуем вас, любовь. Город, до которого ходят ласточки из Москвы, стрижи, вот, фирменные поезда. Добраться нет проблем. Итак, коллеги, никаких пожеланий, вопросов нет, да? Ну ладно. Тогда просто будем двигаться по информации. Я сейчас нажму кнопку «Поделиться экраном» с вами. Когда пойдет трансляция рабочего стола, просто попрошу, чтобы вы поставили плюсики в нашем чате. Промочил немного горло, чтобы было проще говорить. Кстати, а есть из тех, кто присутствует в комнате сегодня, те, кто поедут на мероприятие в Минске? Вот такой вопрос задам, чтобы немножко оживить наш чат. Те, кто едут, поставьте цифру 1. О, Елена едет, очень здорово. Любовь едет, тоже здорово. Ну, значит, увидимся там, на территории государства белорусского. Вот. В отчине князей Радивиловых, да? Итак, коллеги, нажимаю кнопку «Начать трансляцию», да, и пройдем по основным пунктам нашего личного кабинета. Если не ошибаюсь, трансляция моя пошла. Подтвердите это, пожалуйста, в виде плюсиков в чате сегодняшнего вебинара. А я перехожу в личный кабинет. Есть, да? Итак, коллеги, я сейчас нахожусь на главной странице личного кабинета, где есть целый ряд, скажем так, полезной информации. Баннеры, которые у нас перемещаются, увидели, да, слева направо. То есть первый баннер из них информирует каждого нашего партнера, то, что у нас будет конференция в Минске. Второй баннер говорит о том, что начиная с 13 августа 2015 года любой зарегистрированный на нашем сайте получает 100 подарочных акций компании Skyway Capital. Далее, на какую информацию следует обратить внимание? Вы видите сейчас на панели, которая выделена желтым цветом, где написано Skyway Capital, есть кнопочка такая, но она не сильно заметная, да? Вот, если мышку к ней подвести, образуется ладонь, и написано «Позвонить сайту». Сегодня абсолютно любой человек, который зарегистрирован в личном кабинете партнера компании Skyway Capital, имеет возможность, нажав на эту кнопочку, связаться со специалистом отдела информационной поддержки в Москве в режиме с 10 утра до 19 по Москве, по московскому времени. Вам нужно будет только согласиться, дать доступ к своему микрофону, и пойдет вызов, вам ответит специалист нашего отдела информационной поддержки, и вы сможете ему задавать возникшие у вас вопросы. То есть это очень удобная функция, потому что раньше вы могли обратиться в службу технической поддержки, вот здесь в правом нижнем углу, да, сейчас здесь написано, идет трансляция рабочего стола, но тем не менее вот есть панель, на которую вы можете нажать, у вас откроется окно, онлайн-оператор сейчас находится на связи, и в поле, где написано «Введите сообщение», нажмите Enter, вам нужно будет ввести ваш вопрос. Вот, и
Потом вы можете получить мгновенный ответ, если вопрос достаточно простой. Если это, скажем так, какая-то более-менее сложная ситуация, то специалист технической поддержки оформит заявку, и уже служба, которая у нас находится в Москве, будет решать вашу ситуацию, будет решать ваши вопросы. Я закрываю эту панель. Итак, коллеги, также в той же, скажем так, строке, которая с желтого цвета переходит в серый цвет, есть возможность переключиться на английский язык. Вот. Сейчас это уже реализовано фактически. Почти все страницы нашего сайта уже переведены на английский язык, ну, за исключением там некоторых баннеров. Да, личный кабинет переведен. То есть у нас есть сейчас английский и русский язык. Дальше вы можете подгрузить фотографию через раздел профиля, я потом покажу, как это сделать. Здесь идет информация, кто вы такой, ваша фамилия, имя, которое вы указали при регистрации. Если вы только зарегистрировались, то вся информация, которая есть на главной странице, она будет, скажем так, пустая практически. За исключением, вот здесь, где написано премиальный счет сейчас, да, нолик, там будет 100 штук акций. Все остальные графы будут пустые. На главной странице вы видите несколько вращающихся баннеров, 4 штуки, да, то есть один из них информирует вас о состоянии счетов, основного, бонусного, акционного и премиального. Вот этот вот. Если вы подведете мышь, он развернется, у вас будет возможность перейти в разделы пополнения счета, зайти в раздел транзакции. Да, если вы делали какие-то операции до момента, как решили полазить по кабинету, соответственно, в разделе транзакции вы будете видеть все движение денежных средств на ваших счетах. Вы можете вывести денежные средства, если вы предварительно в разделе банкинга внесли те платежные системы, на которые мы можем выводить денежные средства. Дальше, следующий баннер. Ваша фамилия и имя и показывает процентное заполнение достижения вами следующей квалификации. То есть партнер, вы знаете, это первый уровень квалификации. Далее у нас идет консультант и так далее, до топ-эксперта. Есть информация по маркетингу, по партнерской программе, то есть какое количество инвесторов вы привлекли лично в этот проект, да, и какое количество денежных средств в вашем первом поколении было привлечено. То есть, если вы развернетесь, баннер развернется, вы нажмете на маркетинг, вы зайдете в раздел статистики работы своей партнерской структуры, мы позже это рассмотрим. И здесь справа есть баннер, который показывает количество оформленных вами акций компании Skyway Capital. Если у вас есть рассрочка, соответственно, здесь будет указана рассрочка, какая, сколько за вами зарезервировано акции по рассрочке и так далее. И информация о том, когда нужно сделать следующий платеж. Дальше вы можете нажать кнопку и сразу перейти в раздел «Инвестировать», вы можете перейти в раздел «Новостей». Ниже справа вы видите еще раз информацию о том, что вы проделали и что вам нужно проделать для того, чтобы расти в квалификации по бизнесу, по маркетинг-плану нашей компании. Две круглые диаграммы, которые говорят о том, сколько денежных средств, какое количество партнеров вы привлекли лично. И последнее изменение вашего счета, 4 или 5, 5 изменений счета, откуда какие деньги приходили в ваш личный кабинет. Это информация на главной странице. Далее. У нас не так давно появился раздел, вы видите, сам внизу нарисованный доллар. То есть, если вы мышку подведете, то у вас сразу же высвечивается информация, какое соотношение нынче у нас доллара к рублю. В связи с тем, что за последние там, полтора суток доллар прыгнул там, 67 до 69 фактически рублей с копейками, сегодня курс в личном кабинете партнера Skyway Capital 69. Вот он здесь отразился. Далее, у нас есть раздел помощи, ну, самый, наверное, старый раздел личного кабинета, он не редактировался, и здесь простая информация. Телефон, электронный адрес, вот, что-то упало у нас здесь, неожиданно, поэтому не обращайте внимания, у нас периодически бывает. Вот. Дальше, какая еще есть информация? У нас есть раздел события, да? Давайте к нему перейдем, наверное, сразу. Смотрите, в разделе события есть три пункта. Первый из них очень важный для тех, кто не находит почему-то в своих электронных адресах рассылки, да, по расписанию занятий, по расписанию вебинаров, которые есть в нашей компании. То есть первый пункт раздела событий – это расписание вебинаров. Сегодня у нас среда, 6 апреля, и вы видите, что этих вебинаров у нас сегодня здесь 6, да, то есть 4 вебинара, которые проводятся Сибиряков и Суходоев, один вебинар, на котором присутствуете вы сейчас, и у нас будет еще вебинар на венгерском языке в 9 часов по Москве. Если у вас есть знакомые, друзья, коллеги по бизнесу, проживающие на территории Венгрии, вы можете их пригласить на данный вебинар, они послушают информацию про Skyway на венгерском языке. Вот. Соответственно, каждый день вы можете посмотреть, когда, во сколько, какое мероприятие у нас будет проходить. Да? Поэтому обращаю ваше внимание, используйте данный раздел.
Есть у нас раздел «Международная конференция». То есть, нажимая на «Международную конференцию», вы заходите на страницу, где подробно дана информация, когда, что и где будет у нас происходить. 23-24 числа. Здесь расписаны все мероприятия, написана стоимость мероприятия. $15 вы можете оплатить со своего бонусного либо основного счета с личного кабинета. Другого способа, кстати, у нас заказать билеты на присутствие на конференции нет. Вы можете заказать нужное вам количество билетов. То есть либо предварительно пополнив свой счет в личном кабинете, либо использовать денежные средства, которые, возможно, у вас накопились на бонусном счете, да, либо остались на основном счете. Вот, вы видите, что здесь будет и выставка деревьев, там будет концерт, там будет обед из экологически чистых продуктов, да, то есть экологически чистая гречневая каша и экологически чистая тушенка. Вот, ну и много чего еще. Я думаю, будет какая-нибудь трава, силос, то есть, ну, весна. И будет интересно, будет весело. Вы познакомитесь, скажем так, с большим количеством инвесторов из разных стран мира. Вот, вы услышите вживую, 2 дня, кстати, это будет происходить, Анатолий Эдуардович Юницкий будет на первом и на втором дне данного мероприятия. Вы сможете пообщаться с конструкторским персоналом, да, с руководством нашей компании, то есть, и увести с собой огромное количество впечатлений. А лучше, скажем так, чтобы отсюда, когда вы будете уезжать из Минска, вместе с вами уедет какое-то количество людей, которые приехали вместе с вами, и чтобы впечатлений как можно больше людей увозило из Минска, да, потому что вам будет проще строить бизнес по партнерской программе, будет проще делиться, скажем так, гуртом с теми людьми, которые проживают в вашем регионе. То есть вся информация по конференции здесь есть. Есть маленькая, скажем так, уже видите, очень красивая надпись «Зарегистрироваться на конференцию». Это нужно сделать обязательно. То есть если вы купили билеты и не зарегистрировались на конференцию, может случиться так, что будете бежать за автобусами от ЖД вокзала города Минска до территории экотехнопарка. Потому что конференция, оплата обязательна и регистрация тоже обязательна. Вы здесь должны указать, едете вы один или нет, инвестор вы или нет, высаживаете вы здесь деревья там или нет, да, нужен ли вам трансфер на территорию экотехнопарка и так далее, и так далее. Заполняйте то, что здесь есть, и обязательно отправляйте эту информацию там в компанию. Вот, а потом уже здесь, находясь в личном кабинете, видите, да, либо с текущего, либо с бонусного счета, прописываете сумму денег, которую нужно вам перевести, и количество гостей. То есть, если у вас гостей будет 3 вместе с вами, да, соответственно, здесь на этих вот счетах должна быть в сумме количество денег $45. Если их там будет 15, соответственно, умножайте 15 на 15. Немного. 225 получится. Итак, коллеги, это раздел международной конференции. Теперь мы с вами перейдем в средний раздел, который называется «Новости». Этот раздел можно отнести к инструментам партнера, потому что напротив каждой новости у нас есть кнопки соцсетей. Да? Если вы нажмете какую-либо из кнопок соцсетей, здесь 5 их, «Мой мир», «Одноклассники», «Твиттер», «Фейсбук» и «ВКонтакте». Если вы нажимаете какую-то из этих кнопочек, высвечивается панель, где вам нужно вписать комментарий. Вот, вы пишете, что это новость там о том-то, о том-то, о том-то и разместить. Данная новость размещается на вашей странице в соцсети. Вот. У вас большое количество друзей может быть в этой соцсети. Вы можете находиться в большом количестве групп, то есть люди, находящиеся на этом интернет-ресурсе, узнают, что вы поделились какой-то интересной информацией. Вот. А если вы еще человек интересный, и к вам большое количество людей заходит на страницу ежедневно, да, то они могут перейти на эту новость, ознакомиться с ней, дальше перейти на страницу нашего сайта. Вот, и нажав кнопку регистрации, они станут вашим партнером, потому что к новостям из личного кабинета, которые вы размещаете на страницах соцсетей, прикреплена ваша реферальная ссылка. Поэтому используйте данную возможность. Это отличный инструмент. Теперь перейдем к инструментам партнера, которые вы видите снизу. Да, есть пункт у нас «Инструменты партнера». Первый из них – план вознаграждения. О маркетинг-плане мы рассказываем в течение недели 2 раза. Это на мероприятии по партнерской программе во вторник и в пятницу. Так вот, здесь есть подробная информация о том, что из себя представляет наш маркетинг-план. Если вы нажали кнопочку «Партнер», соответственно, здесь будет дана информация по квалификации «Партнер». Консультант, соответственно, рассказывается все, как стать консультантом нашей компании. Лидер – то же самое. И вплоть до топ-эксперта, да, то есть какие действия нужно предпринять. Вот, извините, я надеюсь, что не слышно, как у нас галдят тут недалеко. Иногда мимо нас проходят громогласные товарищи, но я надеюсь, все в порядке, да? Вот, в конце каждой страницы по квалификациям, вот, у нас есть 2 надписи. Скачать описание маркетинг-плана в формате PDF, это текст, либо скачать презентацию маркетинг-плана, то есть это слайды. И если слайды
Вы сами можете рассказывать своему окружению, да, то есть вы эти слайды скачиваете на компьютер, на планшет, на свой смартфон и можете демонстрировать данную презентацию своему окружению. Это может быть у себя дома, в гостях у кого-то, это может быть в офисе, это может быть в каком-нибудь кафе. Да, то есть это инструмент, поэтому используйте его. Дальше у нас есть реферальные ссылки, которые позволяют вам зарабатывать деньги. Да, то есть эти реферальные ссылки с вашей, скажем так, ID-номером вы можете давать своему окружению в повседневной жизни, которая у вас есть, друзья, родственники, знакомые, да, партнеры по бизнесу, коллеги по работе и так далее. Либо люди из мира интернета. Но интернетом вам придется воспользоваться все равно, потому что данную ссылку нужно скопировать здесь в буфер и отправить посредством какого-либо мессенджера, либо скайпа, там, вайбера, может быть, mail.ru агента. Вы можете просто передавать эту ссылку в сообщениях в соцсетях, вы можете ее отправить по почте. Человек, нажимая по этой ссылке, будет переходить на те страницы, которые, скажем так, у нас указаны. Вот есть ссылка отдельно ведущая на логин к инвестора, есть ссылка ведущая на главный сайт, и есть ссылка на форму регистрации. То есть те люди, которые разобрались в информации, вы можете сразу им давать на регистрацию в личном кабинете, и после этого человек зарегистрируется, станет вашим реферальным партнером. Если человек хочет еще немножко почесать череп, да, позадавать, скажем так, вам какие-то вопросы, потошнить потом, объяснить, почему он тянет принять ему решение, вы можете дать информацию, точнее ссылку на лендинг инвестора, либо на главный сайт. В инструментах же партнера находится раздел баннеры, в первую очередь ориентирован на людей, которые не понаслышке знают, что такое инфобизнес, интернет-бизнес, те люди, у которых есть свои собственные интернет-страницы, да. Это может быть сайт, это может быть блог, это может быть сайт одностраничник, это может быть какая-то страница в соцсетях, которая позволяет вставлять HTML-код. То есть вы заходите в раздел баннеров, выбираете по размеру, который вам наиболее подходит, да, вот. И скопировав HTML-код, который вот здесь есть, я вот его выделил сейчас синим, да, вставляете его в раздел на своем сайте. Соответственно, вместо этого HTML-кода появляется страничка, которая моргает. Если ваш сайт посещаемый, и эта страница, скажем так, точнее баннер стоит в месте, которое люди могут увидеть сразу, кто-то может по нему кликнуть и перейти на страницу наших интернет-ресурсов. Если после этого ознакомишься с информацией, он нажмет там кнопку «Регистрация», точно так же это ваш реферальный партнер. Поэтому вы можете сами рассказывать об этом. Да? Если вы поставите баннер, и ваш сайт, скажем так, висит в интернете 24 часа в сутки, соответственно, этот баннер будет на вас работать круглосуточно и круглогодично, привлекая, скажем так, потенциальных инвесторов в наш проект и партнеров в вашу структуру. Поэтому используйте данный инструмент. Мы с вами разобрали инструменты и новости. Да? Теперь у нас есть раздел профиля, видите, да? Вот, то есть раздел профиля вы можете зайти из инструментов, в панель инструментов личного кабинета слева. В раздел профиля вы можете попасть вот здесь. Да? Напротив вашей фамилии есть маленький треугольник, кликнув по которому выпадает панелька. И здесь точно та самая информация, профиль и документы. Да? Так вот, давайте зайдем в профиль, персональные данные. В этом разделе вы можете добавить информацию о себе, потому что когда вы только зарегистрировались на нашем сайте, да, то у вас здесь ничего нет, за исключением красным цветом у вас здесь будет электронная почта и красным цветом будет телефон. Под электронной почтой, под телефоном будет кнопочка «Подтвердить». Вы нажимаете на кнопку «Подтвердить» под электронным почты, да, и вам отправляется на электронный адрес сообщение, в котором вам нужно будет нажать по ссылке, а там задан вопрос, действительно ли вы регистрировались, если да, то подтвердите, пожалуйста, регистрацию. Нажимаете «Подтвердить», у вас почта синеет здесь, а кнопка «Подтвердить» исчезает. С телефоном все то же самое. Это важно для того, чтобы вы получали информацию от компании. Это, скажем так, процедура идентификации, что вы именно тот, которого вы указали, скажем так, при регистрации, при работе с нашей компанией. Дальше здесь есть галочки, да, то есть смс-информирование о начислениях реферальных и получать ли помощь и поддержку от менеджеров компании. Я вам рекомендую эти галочки оставить. Ну, если, скажем так, вы не хотите эту информацию получать, можете галочки убрать. Информация о вашем наставнике, который вас пригласил в проект, фамилия, имя, скайп, если данная информация у него в личном кабинете заполнена, телефон и электронный адрес обязательно у вас здесь будет, да. Вот. И дата регистрации ваша в личном кабинете здесь тоже будет указана, и какое количество приглашенных пользователей вы пригласили вслед за собой. Последние, скажем, дата и время входа в ваш личный кабинет указывается. И внизу дальше пошли данные, которые вы можете дополнять, добавлять, можете этого не делать. То есть вы можете указать свою страницу ВКонтакте, на Одноклассниках, на Фейсбуке, в Твиттере, если он у вас есть. Добавить аккаунт, да, если у вас есть какая-то еще соцсеть.
Дальше вы можете вписать отчество, потому что при регистрации мы отчество не указываем. Вот. Дополнительный телефон, вы можете указать адрес своего проживания и паспортные данные. Для чего? Ну, наверное, для удобства заполнения договоров, которые нужно будет заполнять после того, как вы приобретете какой-либо из сертификатов акций нашей компании. И дальше, когда вы пополните, точнее, запишите все эти данные, нажмете кнопочку «Сохранить», данные будут сохранены. Это раздел «Профиль». Также в разделе «Профиль» у нас есть документы. Да, этот раздел, который появился буквально, наверное, дней 7-10 назад. Вот. Здесь большое количество информации. Я знаю, что один из лидеров, который строит партнерскую структуру в нашем проекте, да, буквально в чатах выложил сообщение. Здесь появились буклеты интересные, которые, в принципе, можно распечатывать у себя там, где вы живете. Вот. Она предложила лидерам структур написать ей количество буклетов, которые им необходимо. Вот. Вы знаете, да, если в типографии заказывать там большее количество экземпляров, то каждый отдельно взятый буклет будет стоить дешевле. Вот. Вы точно так же можете распечатать любой из документов, которые сейчас видите в этом разделе. Брошюры по SkyWay на русском языке, на английском языке, там, по экотехнопарку. Вот. Технико-экономическое обоснование. Все вот это вы можете посмотреть. Выступление Анатолия Эдуардовича Юницкого. То есть эта информация сейчас есть в личном кабинете. Ну, наверное, она дана вам еще для общего развития, да, то есть ознакомьтесь с этими документами, чтобы для вас не было ничего в диковинку. Если вы пришли, скажем так, давать информацию другим людям, если хотите еще при этом зарабатывать деньги, ну, было бы логично, чтобы вы данную информацию освоили. И не надо учить наизусть, важно, что вы в любой момент можете ее найти. Я думаю, достаточно прочитать даже одного раза, вас никто не будет, скажем так, экзаменовать по поводу этой информации, вас никто не будет вызывать там на ковер и спрашивать, какой коэффициент аэродинамического сопротивления у подвижного состава там, и так далее, и так далее, и так далее. Но тем не менее, если вы уж с нами сотрудничаете, то информацию нужно владеть. У нас с вами осталось три раздела – банкинг, статистика и инвестиции. Давайте мы начнем с банкинга. То есть банкинг, первое, что у нас есть, раздел транзакций. Я уже говорил в начале нашего сегодняшнего вебинара, если вы только зарегистрировались и зашли в раздел транзакции, тут нет ничего вообще. То есть здесь у вас пустая страница, на ней ничего не отражено. Видите, снова, скажем так, вернулись громыхалы, прошли мимо. Вот. Но ничего страшного, они сейчас уйдут. Вот. Последние 10, скажем так, движений денежных средств в разделе транзакции отражается. Если вы, например, деньги завели на основной счет, и у вас одна транзакция была, да, соответственно, она здесь будет написана. И комментарий справа. Да, откуда взялись деньги и где. Вот. Это вы все увидите в разделе транзакции. Далее. У нас, кстати, вы заметили, что дублируется информация по вашим счетам. В большинстве разделов личного кабинета, где бы вы ни находились, у вас будет висеть информация о состоянии основного, премиального, акционного и бонусного счетов. И вот эти кнопочки дублируются. Пополнить счет, вывести средства и перевести. Далее, в разделе банкинга у нас есть кнопочка, которая называется «Пополнить счет». И, наверное, самое логичное, что может сделать любой человек, который принял решение купить себе какой-либо из пакетов, это пополнить основной счет в личном кабинете. Пишите здесь сумму, на которую вы хотите пополнить, указывать ее в долларах. Там, например, $100, $50, там, 200, не знаю, 1000 и так далее. Я вот пишу $50, например. И нажимаете кнопочку «Пополнить». У вас тут же высвечивается простыня с целым рядом платежных систем, благодаря которым вы можете перевести денежные средства на основной счет нашего личного кабинета. Выставлен счет 89, видите, 980 на $50. Вы выбираете ту платежную систему, в которой у вас есть электронный кошелек, либо систему Visa, MasterCard. То есть вам видней. Либо если у вас нет платежных систем, и вы, скажем так, привыкли работать только с банками, вы можете выбрать вот банковский перевод SWIFT. Да, особенно если вы живете в странах Европы. Нажимаете одну из платежных систем и, двигаясь по инструкции, которая у вас появится, делаете череду простых шагов. Я сейчас здесь просто закрою, цифру 50 вытру. Но вы знаете, что вы видели, что мне выставлен уже был счет. Соответственно, мы сейчас с вами заходим в раздел банкинга, и у нас здесь есть... Видите, выставленные счета. Вот. Если вы что-то покупали до этого, да, оплачивали и прочее, здесь будет информация о том, что у вас есть оплаченные, вот, подтвержденные. Да, вот если я нажму, соответственно, дается информация о том, что вот такой-то номер счета вы оплатили там, и так далее, и так далее, и так далее. И есть неоплаченные. Это то, что я сейчас нажал кнопку, вписал цифру 50, видите, да? 17.25, 6 апреля, номер счета и сумма. То есть, если вы так зашли, выбрали там, да, хотели пополнить, но не помните ничего по своим платежным системам, то вот этот счет будет за вами сохранен, и вы можете, скажем так, данные взять своей платежной системы, зайти в раздел «Неоплаченные счета» и нажать кнопку «Оплатить».
там выбрать ту платежную систему, благодаря которой вы будете это делать. Если вы, скажем, просто побаловаться решили, вот как я сейчас вам показывал, да, нажимаете кнопочку «Отменить». Вам задается вопрос, будете подтверждать действие, то есть будете удалять данный счет. Мы нажимаем «Да, окей». Сейчас сайт прогрузится, и в этом разделе то, что я имею неоплаченные счета, информация исчезла. Это раздел выставленных счетов. Далее, у нас есть возможность переводить денежные средства. Для чего мы это сделали? Потому что все-таки мы живем вроде бы как в 21 веке, век IT-технологий, но у нас огромное количество людей, у которых напрочь отсутствует компьютерная грамотность. Что это значит? Они никогда не заходили, скажем так, не включали компьютера, не заходили в интернет. Вот. Но они нормальные, вменяемые люди и хотят стать совладельцами технологии. Да? То есть вы, который им про это рассказал, у них глаза горят, как блюдца, у них есть пачка денег в руке, которую они сжимают, да? Но у них нет ни электронного платежного какого-то инструмента, вот. У них нет способности, скажем, гибкости в пальцах, чтобы нажимать кнопки на компьютере. Вы делаете следующее, вы их регистрируете, вот, по своей реферальной ссылке. Забираете ту пачку денег, которая у них в руке. Если у вас есть на основном и на бонусном счете какая-то сумма, как раз таки соизмерима с той, которую он хочет проинвестировать, да, ваш знакомый. И заходите вот в этот раздел «Перевести». Вводите сумму с основного счета, если у вас там хватает, либо с бонусного, если у вас там хватает денежных средств, которые нужно перевести этому человеку. Вводите электронный адрес, логин этого человека, да, у нас уже электронный адрес. Система показывает, да, такой есть. Вы нажимаете «Перевести». У вас высвечивается, скажем так, панелька, что вы хотите подтвердить перевод, вы подтверждаете, вам идет на ваш телефон, который вы указали при регистрации, на электронный адрес, письмо с кодом, который вам нужно будет ввести в поле. Приходит письмо, вы вводите этот код, нажимаете «Подтвердить», и деньги списываются с вашего счета и перечисляются на основной счет вашего партнера, который сейчас стоит рядом с вами, очень радуется тому, что у него появились деньги на счету, и он станет совладельцами крупнейшей в ближайшее время транспортной компании. Далее, у нас есть еще настройки и запрос на вывод. Прежде чем запросить деньги на вывод, если вы заработали по партнерской программе, вам нужно зайти в раздел «Настройки» в банкинге и добавить реквизит. У меня, вот видите, два реквизита здесь есть. Если вы нажимаете кнопку «Добавить реквизит», если у вас нет ни одного, но вы хотите вывести денежные средства, вам дальше нужно будет выбрать из тех платежных систем, которые у нас есть и работают на вывод. Это Visa, MasterCard, дальше «Яндекс.Деньги», «Киви» кошелек, WebMoney, OkPay и есть Advanced Cash. То есть вы можете долларовые, да, указать данные, либо рублевые. То есть выбираете то, что вы считаете нужным, например, WebMoney, вписываете номер своего кошелька и нажимаете ОК. Этот кошелек у вас появляется вот точно так же, как вы сейчас видите, Kiwi и Яндекс. Да? Вот. Далее вы заходите в раздел «Заявка, запрос на вывод» и у вас кошелек указан, вы пишете, что, там, например, хотите вывести. Если у вас есть $30 на счету, пишите здесь $30, выбираете тот счет, на который, точнее, тот кошелек, на который вы хотите вывести, да, вот, и нажимаете «Вывести». Через 1-3 дня будет осуществлен вывод денежных средств на тот кошелек, который вы указали. Так. Это мы разобрали раздел банкинга. Теперь у нас есть раздел инвестиций и раздел статистики. Давайте зайдем сначала в раздел статистики, а потом немножко потопчемся в разделе инвестиций. Раздел статистики, то есть он показывает информацию актуальную по вашей партнерской структуре, если вы занимаетесь созданием бизнеса сейчас, да, не дожидаясь выхода группы компании Skyway на мировой рынок со своей технологией и на рынок инвестиций с этими пакетами акций, которые приобретают сегодня наши партнеры. Так вот, для того, чтобы информация была наиболее достоверна, видите, здесь есть такой зеленый половинчатый шарик, две стрелочки такие, да? Нужно нажать кнопочку «Актуализировать структуру». Данная кнопка сейчас крутится, прогружается у нас страница сайта, и после того, как это произойдет, будет написано, что вот это на сегодняшнее число. Видите, обнулено 6.04. Предварительная информация была 23 марта. Здесь дана информация в виде круглых диаграмм. Какое количество участников вы привлекли в этот проект? Вот здесь видите 20, да, то есть 11 в категории клиент, 1 консультант, 8 партнеров. Вот. И количество инвестиций. Партнерами сделана такая-то сумма, консультантами такая-то сумма. Клиент – это человек, который не инвестировал ничего. Дальше здесь есть диаграмма, которая рассказывает о регистрациях новых людей и об оплатах. И вы здесь можете настраивать фильтры, да, то есть вы можете поставить здесь галочку, вам будет высвечиваться только те, кто инвестировал,
либо не инвестировал. Здесь вы можете выбрать, скажем так, кого вам показывать, только партнеров, только консультантов, либо, скажем так, несколько квалификаций. Вот. Я, например, сейчас ничего не делаю, но, тем не менее, вы это можете сделать. Опять же, круглая диаграмма, в которой показано, какое количество людей заплатило какие деньги, процентное соотношение и полностью информация по вашей структуре. Что значит полностью информация? То есть здесь сначала люди вашего первого поколения, напротив каждого из них есть и с точкой. Нажимаете на эту буковку «И», у вас высвечивается электронный адрес и телефон человека, который зарегистрирован под вами в первом поколении. Вот. Это удобно, потому что вы можете, в интернете, например, кто-то зарегистрировался, вы человека, может, близко не знаете, но информация у вас уже есть. Можете, например, скопировать его электронный адрес, да, и в поиске скайпа, многие регистрируют скайп на тот электронный адрес, который у них основной, вот, при помощи электронки найти в скайпе человека. Либо вы можете ему позвонить на мобильный телефон и сказать, что вот вы знаете, я являюсь вашим партнером вышестоящим, вы недавно там зарегистрировались у нас на сайте, я могу вам помочь разобраться в информации, рассказать вообще, что это из себя представляет, и давайте вместе это делать. Вот. Если напротив человека у вас не просто ноль стоит, а какое-то количество людей, это говорит о том, что под ним есть люди во втором поколении, в вашем, в его первом. Нажимаете на этого человека, информация прогружается, у вас появляется, скажем так, количество людей во втором поколении. Напротив каждого из них точно так же есть и с точкой, да. Если под теми людьми, которые у вас во втором поколении уже находятся, есть еще люди с надписью там один человек, два, три, там 10 и так далее, нажимаете еще, и у вас высвечивается следующий уровень. Вот таким вот образом вы можете проследить в личном кабинете всю свою структуру, используйте данную информацию, она полезна. Вот. Если вы планируете развивать бизнес, да, то вам это хорошее, отличное подспорье, точнее, для того, чтобы развивать этот бизнес. Это раздел статистики. Внизу также есть табличка, которая будет вам показывать последнее движение денежных средств по партнерской программе. Так, коллеги, это раздел статистика. То есть все, что касается развития бизнеса по партнерской программе. По большому счету у нас остался раздел инвестиций. Давайте первый рассмотрим. Мои сертификаты. У новичков мои сертификаты, вы понимаете, ничего здесь нет. Потому что человек еще ничего не покупал. Если вы покупали какие-то пакеты акций, да, то наверняка уже произошло следующее. Первое из них. Сначала, когда вы приобретаете какой-либо из пакетов акций, вам оформляют сертификат компании Skyway Capital. То есть, вот еще видите, давно это было, год назад, например. Мы можем посмотреть сертификат Skyway Capital. Смотрите, видите, он уже аннулирован. Почему? Потому что данные моей покупки были переданы основному реестродержателю, и теперь я могу заказать сертификат непосредственно за подписью Юницкого, синей печатью, да, вот мне его отправят на почту, для этого нужно заплатить $10. Я этого делать не буду, потому что я не считаю, что это обязательная процедура. Еще, скажем так, один красивый клочок бумаги появится в моем доме, но для меня более важно то, что этот сертификат, точнее данные обо мне занесены в реестр компании основного реестродержателя, да. Далее, когда вы купили какой-либо из пакетов акций, вам необходимо подписать договор. Вот здесь видите красная кнопочка, да? Я сейчас делать не буду, но суть расскажу. Нажимаете «Подписать договор», у вас высвечивается текст этого договора. Вот, вы с ним можете ознакомиться, прочитать. Внизу нажимаете «Я согласен». И после этого вам необходимо будет подгрузить документы к этому договору. Это скрин страницы, первой страницы вашего паспорта, где там есть ваши фотографии, написано фамилия, имя, отчество. И прописка, если вы живете в той стране, где институт прописки либо регистрации сохранен. Если вы живете в тех странах, где нет данной возможности, соответственно, вы делаете скрин счета, который показывает, что вы живете по тому адресу, который указали при регистрации в нашем личном кабинете, да, и вы оплачиваете какие-то счета. ЖКХ, телефон, интернет, там, неважно что. Вот. Что еще важно, да? Если вы покупали сертификаты в компании Skyway Capital, у вас сейчас передали в реестр основного реестродержателя, да, вы можете выписку из реестра. Нажав на кнопку «Выписка из реестра», вам тут же на компьютер начнется скачиваться файл, который вы сможете открыть. Там табличка, в которой будут перечислены все сертификаты, все пакеты акций, которые вы приобрели в компании Skyway Capital. На этот момент, да? Вот. Вы можете скачать договор в любой момент, кстати, вот видите, принят договор, то есть на два предыдущих сертификата у меня оформлен договор, то есть вы можете его скачать и там держать на своем компьютере на памяти. Это раздел «Мои сертификаты». Далее у нас есть раздел «Инвестировать», «Рассрочки», «Мои рассрочки». Давайте мы зайдем в раздел «Инвестировать» и посмотрим, что у нас здесь есть.
То есть на этой странице дается информация о том, какие пакеты акций у нас сегодня можно приобрести. У нас есть 7 пакетов рассрочку, у нас есть пакеты, скажем так, акционные, да, у нас есть простые пакеты. Так вот, простые пакеты выделены на светло-зеленом сером фоне, вот здесь от $15, $30, 60 и дороже, да, начиная от 795 штук акций вы можете приобрести в нашем личном кабинете. Сделать это просто. Напротив выбранного вами сертификата, пакет акций, просто нажимаете плюсик, единичку, видите, появляется. Опускаетесь вниз, вам написано, что вы выбрали пакет стоимостью $60, дисконт 79, количество акций такое-то. Если у вас есть денежные средства на основном либо бонусном счете, вы просто указываете эти счета. Если вы заработали денег по партнерской программе и хотите, скажем так, потратить акционные деньги, вы можете здесь писать количество денег с акционного счета. То есть, если у вас там есть $60, пишите $60, да, и просто нажимаете кнопку «Оформить», и вам будет оформлен сертификат. Если у вас денежных средств не хватает, вот, там, например, вот $12, да, остается 48, то вы здесь пишете $12, например, с бонусного счета сюда вписываете, либо ничего можете не вписывать, а просто выбрать ту платежную систему, благодаря которой готовы перевести денежные средства. Это OkPay, Swift, Perfect Money, Kiwi, Яндекс, Visa, MasterCard. Для России, СНГ и Прибалтики Visa есть весь мир. Advanced Cash и WebMoney. То есть выбираете ту, которая вам надо. Ну, вот, например, нажмете Visa, у вас появляется кнопочка «Оформить». Нажимаете «Оформить», у вас погружается страница на страничку с краткой инструкцией. То есть какие вам нужны действия выполнить, чтобы деньги, скажем так, списались с вашей электронной платежной системы, и вы смогли приобрести сертификат. Это вот не акционные пакеты, да, так называемый обычный прайс-лист. У нас есть акционные пакеты. Вот они на синем фоне, точно так же вы нажимаете плюсик. Напротив понравившегося вам пакета, который вы хотите купить. Я дальше сейчас уже вниз опускаться не буду, просто показываю, как это делается. Да. Вот. Описание пакетов вот этих на синем фоне и на желтом фоне, оно вот здесь. Это пакет единоразовый, который вы можете приобрести. То есть у нас есть пакет, вы заметили, стоимостью стоимостью $250 сразу, это 32,5 тысячи акций, которые вам будут оформлены после оплаты. У нас есть три пакета стоимостью от $5000 до $50000. Пакеты, у которых дисконт от 500 до 600. И приобретая данные пакеты, у вас появляется возможность высадить эксклюзивное дерево на территории экотехнопарка. И на пакетах в 10 тысяч и в $50000 вы получаете дополнительно еще и в подарок юбилейную монету с изображением нулевого километра Skyway. Вот. Дальше у нас есть очень интересный пакет, который называется юбилейный. Еще буквально 2-3 недели назад это просто возможность приобретения за $1000 300 тысяч акций. Но в марте месяце было принято решение сделать его более интересным. Если вы купили за $1000 300 тысяч акций, то в течение следующего месяца вы можете еще раз оплатить $1000, и вам уже начислят 480 тысяч акций. А если вы еще и третий раз в течение месяца, после того, как купили второй пакет за $1000, платите $1000, вам начисляют еще 570 тысяч акций. Суммарно 1 350 000. То есть это очень выгодный пакет. Ну и точно так же вам в подарок единожды, да, когда вы начали приобретать данные пакеты, будь то раз вы его купили, либо там два раза вы купили, либо три раза купили, вам один раз всего дается юбилейная монета. У нас есть возможность приобретать пакеты акций в рассрочку. И здесь они написаны. Да, пакет «Старт» стоимостью $25 на 10 месяцев, «Сеньор» $50 на 6 месяцев, «Стабильный» $100 на 10 месяцев и пакет «Бизнес» $200 оплата в течение 9 месяцев. Вот. В итоге вы получаете от 32,5 тысяч акций, да, до 540 тысяч акций от компании Skyway Capital. Есть три пакета стоимостью $80 ежемесячно, полгода оплачивая по $80, то есть в итоге вы получаете $480, дисконт 250, на выходе вы получаете 120 тысяч акций нашей компании. Вы можете 4 месяца подряд платить по $150, и у вас на выходе будет 210 тысяч акций, либо 2 месяца подряд по 500, это 400 тысяч акций компании. Но следует отметить следующее, смотрите, нажимая на приобретение пакетов акций в рассрочку, у вас загружается следующая страница. И вот тут обращаю ваше внимание. Чтобы понимать, что происходит, как это все будет выглядеть и так далее, какие условия есть, да, на приобретение этих пакетов, смотрите, напротив каждого пакета у нас есть такая вот кнопочка синего цвета «Подробности». Вот. Прежде чем сделать какой-то шаг, пожалуйста, нажмите эту кнопку. Ознакомьтесь с информацией, которая есть напротив каждого пакета
И написано подробности, да, то есть что вы здесь получаете. Какой дополнительный бонус у вас может быть, потому что сейчас еще действует акция до 23-24 числа, где вы можете получить дополнительные акции. Вот, например, на пакете Senior вы можете еще 22 600 акций получить, если вы сделаете два платежа по $50. Причем два платежа эти должны быть сделаны в течение 24 часов. То есть вы сейчас сделали, например, платеж, и в течение следующих 24 часов должен быть сделан второй платеж. То есть 50 заплатили, еще 50. Этого будет достаточно, чтобы вам начислили 22 600 акций компании Skyway Capital. Если вы не делаете двойной платеж, а даете информацию людям, которые приглашаете вслед за собой в наш проект, то достаточно пригласить трех новых партнеров, вот сейчас пока это действует до 23-24 апреля, которые могут купить себе акции стоимостью от $25 и выше. Если три таких человека новых появится, вам начислят те же самые 22 600 акций. Это на пакете Senior. На других пакетах просто свои цифры начисления. Да? Здесь, например, вы можете тем дополнительным 540 тысячам акций, которые вы получите от компании, еще вам начислят 189 тысяч. То есть это очень приличная цифра. Вот. Такие вот описания есть на пакете Старт, Senior, Стабильный и Бизнес. Да? То же самое есть описание на пакете с высадкой деревьев. То есть здесь написано, да, сколько и чего вы получаете в итоге и что вы еще получаете, если вы покупаете данные пакеты. Вот. Вот таким вот образом. Если у вас есть оформленная рассрочка, то здесь есть пункт «Мои рассрочки». Да? Вы нажимаете на кнопку «Мои рассрочки». Вот. Если у вас рассрочка оформлена, у вас есть таблица, в которой отражены все платежи. Одно могу добавить для тех людей, которые приобретали пакет акций в рассрочку. У нас там была до недавнего времени кнопка «Отказаться от рассрочки». По многочисленным просьбам наших клиентов мы эту кнопку убрали вообще. То есть теперь от рассрочки отказаться нельзя. Вот. Если вы вовремя не оплачиваете, просто деньги слетают на акционный счет и прочее. Вот. Видно, огромное количество людей имеют шаловливые пальцы и случайно нажимали у нас на эти кнопки. Попросили эту кнопку убрать. Мы ее убрали. Итак, коллеги, в принципе, это вот та информация, которую я хотел с вами поделиться на сегодняшнем вебинаре. Не знаю, была ли она полезной. Если да, то можете поставить там свои плюсики либо минусики. Вот, я останавливаю трансляцию. Нас не так много. Я не хочу сказать, что я сильно от этого сожалею. Мне там прямо разболелась голова из-за того, что я видел малое количество людей. Пришли те, кому это надо, да? Вот. Но знаю точно одно, что огромное количество людей, которые сегодня заключили, приобрели, скажем так, зарегистрировались в личном кабинете, ничего не знают, ничего не умеют, ну, по каким-то причинам на вебинары не ходят. Им проще, скажем так, кричать на весь мир, что у них ничего не получается, они чего-то не могут найти и так далее, и так далее, и так далее. Если вы сами зарегистрированы, если вы сами сейчас разобрались и вы строите партнерскую структуру, я вам просто рекомендую ваших новых партнеров, чтобы они, скажем так, не чесали вам плешь на протяжении 24 часов в сутки, да, не желая делать простые действия. Пригласите их на такой вебинар, вот, дайте им взять ответственность на себя, да, чтобы они начинали делать какие-то простые шаги, а не постоянно вас дергали, там среди ночи вам вдруг звонит и говорит: слушай, я хочу купить пакет акций. Так купи, какие проблемы? А я не знаю как, а я не знаю где найти, а я не знаю там что делать и так далее. Вот. Какие есть у вас вопросы, коллеги? Я вижу, что кто-то писал, что зависает. Спасибо вам, Андрей, да, то, что видите, говорите, более 5 месяцев, и было что-то познавательное. Знаете, если человек захочет закрыть рассрочку, да, вот, он просто не будет платить. Вот, и эта рассрочка слетит по тому дисконту, который будет сейчас. Там у нас было 10 дней, по-моему, еще мы давали срок. Если вы не оплатили вовремя, в течение 10 дней еще это можно сделать. 10 дней прошло, все, рассрочка слетела. Поэтому не переживайте. Там больших потерь в дисконтах не будет точно. Вот. Какие еще есть вопросы? Я понимаю, есть такая вообще, ну, мы люди, да, то есть мы живем в обычном человеческом обществе, и не было в жизни никогда ни одной ситуации, чтобы мы не делали, она была, чтобы она могла удовлетворить всех. Да, вот даже, я не знаю, не хочется приводить идиотских примеров. Вот. Есть книжка Джима Рона, да, которая называлась «5 основных фрагментов успеха мозаики жизни» либо «7 стратегий достижения успеха и богатства». Он там приводит один классный пример. То есть, если вы найдете золотую жилу где-то и знаете, что она есть, да, и начнете рассказывать своим друзьям,
что поехали ее разработаем, заработаем денег, будет огромное количество, скажем так, вариантов ответов. Кто-то скажет, что это далеко от дома, кто-то скажет, что он не умеет копать, кто-то скажет, что, скажем так, на держаке лопаты там большое количество заусенцев, он изранит все руки, потому что нет перчаток. Вот. Кто-то скажет, что такого быть не может, а кто-то скажет, что, слушай, зачем ты им всем рассказал, надо было, скажем, только мне сказать и так далее. Поэтому вот была у нас кнопка отменить рассрочку, да? Она не раздражала никого, в принципе. Но поймите правильно, вот есть люди, у которых дрожат пальцы, руки дрожат, да, и они вот мышкой водят, у них мышка начинает, скажем так, курсор бегать по всему экрану, у них, скажем так, дрожит рука на этой мыши несчастной, и в итоге они вдруг, пробегая, скажем, мимо кнопки «отказаться от рассрочки», нажали на левую кнопку мыши, и рассрочка улетела. Вот. Есть те, кто просто, знаете, скажем так, а что будет, если я нажму? Хотя вот, ну вот, красную кнопку даже, если сделай большую, что если ты это нажмешь, у тебя там личный кабинет пропадет. И найдутся те, которые нажмут красную кнопку. Так вот, чтобы этой кнопки не было, мы ее взяли и удалили. Теперь просто знайте, если вы выбрали себе рассрочку, если ваши партнеры выбрали рассрочку, просто срок ее не оплатят, эта рассрочка слетит. Вот. А для тех, кто выбрал рассрочку и не хочет от нее отказываться, уйдет лишний, скажем так, вариант неожиданного слета этой рассрочки и огромного расстройства большого количества людей. Первое – это он сам, второе – это наставник, который будет плакать, то, что не будут ежемесячно идти деньги. И дальше большой геморрой для специалистов нашего IT-отдела – выловить эту рассрочку, восстановить эту информацию по цепочке и так далее, так далее, так далее. Вот. Вот чтобы всего этого не происходило, кнопку взяли и убрали. Давайте, Лен, не будем по поводу интерфейсов сейчас еще решать, там, то есть на каком интерфейсе мы висим и так далее, и так далее. Мы просто взяли и убрали. Да? Вот. И это данность, с которой нужно теперь смириться спокойно. И вы собираетесь от рассрочки сами отказываться, Елена? Ответьте мне на вопрос. Сколько раз можно продлевать? Нет, готовлюсь к вопросам партнеров. Ну вот вы вопросом. Вы знаете, самое главное, чтобы вы сами людям не описывали данную ситуацию, что можно отказаться от рассрочки. Вот если к вам будут приходить новые люди, и вы им не будете вообще говорить, что у нас когда-то была кнопка отказаться от рассрочки, они даже не узнают, что эта кнопка была, они вас даже не спросят, да? А почему ее не стало? Поэтому смотрите то, что вы говорите людям. Вот. Если вы не хотите, чтобы, скажем так, мыслительные процессы шли не в нужном направлении, не рассказывайте им о чем-то лишнем. Двигайте их в том русле информационном, которое им будет полезно. Но главное, чтобы оно было достоверно еще, да? Потому что у нас есть много информационных, скажем так, направлений сейчас в компании, в которые люди идут толпой, а потом раз приходят, там им сказали, что золотая дверь и так далее, начинают дергать, а там нет двери вообще. Вот. И вот чтобы этого не происходило у вас, так не делайте. Итак, коллеги, если больше вопросов нет, будем, наверное, сегодня с вами расставаться. У нас сегодня какой день недели? Третий. Сегодня еще будет два длительных вебинара, да, которые состоятся там в 19-20 часов. Наберитесь сил, нарежьте себе бутербродов, вот, приготовьте себе питья, да, чтобы осилить эту информацию. Пригласите большое количество людей, которым про это расскажут. Вот. И сегодня еще есть информация для венгров. В 21 по Москве. Вот. Если, кстати, вы хотите освоить венгерский язык, либо понять, скажем, как красиво рассказывают про Skyway на венгерском, даже не понимая, вы тоже можете прийти на вебинар 21 час. А если вы это будете делать 3 раза в неделю, то где-то месяца через 2 вы можете даже выучить на венгерском наизусть эту презентацию. Но если это вам надо, конечно. Итак, коллеги, спасибо за внимание. Вот. Завтра у нас презентация в 18 часов. Поэтому, если вы хотите, чтобы какое-то количество людей в вашем окружении новых узнало о возможности, которую предлагает компания Skyway Capital, ну не поленитесь этих людей пригласить. Не факт, что все, которых вы позовете, придут, но если кто-то из них придет, есть вероятность, что из тех пришедших кто-то примет решение стать инвестором. Вот таким вот образом. Ну, поспать под венгерский язык я вам не рекомендую, например. Попробуйте поспать под финский, под венгерский, да, но не, еще если громко будет говорить, не получится. Вот. Еще индонезийский есть, он примерно близкий там. Все, друзья, спасибо за внимание. Всем хорошего вечера. Здоровья, любви, денег. Больших денег по партнерской программе заработанных. Да? И те, кто собирается в Минск, ну, я думаю, пересечемся там где-то. На территории экотехнопарков. До свидания.